Всем ребятки, я приехал в всех с Новым годом, как вы поняли уже по прививке. У нас сегодня вот такая огромная посылка, даже в кадр не вырезает. Там, помните, я стрим проводил и собирал на микрофон, вот он и пришел ко мне. Сейчас я распакую и покажу вам по отдельности, что там. Вот, в такой коробочке он пришел. Такая плотная. Итак, у нас первый это поп-фит. Вот это самое, не знаю, железное по ощупу. Она холодная. Это металл и что такое. Не знаю, это насадка на микрофон, вроде ветровая. Это джек на микрофон на 3.0. Вот, разъем, видите. Это у нас паук для микрофона, чтоб держал его. Сам микрофон вот такой. Золотой такой, ёлкинький, штатив такой. Вот, тут еще какие-то пружинки. Вот, крепление для микрофона. Вот, еще такой болтик для закрутки. Вот, это какая-то фигня, я не понимаю, он для чего. Ладно, буду собирать, думаю. Разберусь. А пока что запомните вот этот звук. Я сейчас этот микрофон соберу, поставлю, настрою его и к вам вернусь. Давай пройдет секунды две, а для меня может час. Итак, ребята, я подключил, настрою микрофон вроде бы как. Но поп-фит там я не смог, там уже резьба съехала, она не держит нифига. Я думаю, и так нормально. Меня хорошо слышно, пишите в комментариях. Я его вроде бы проверял, прослушивал несколько раз, думаю, все окей. Вот, мне, в принципе, микрофон этот нравится, прикольный, удобный, не как та петличка. Последний раз я попользовался этой петличкой и буду этим пользоваться. Я еще ссылку оставлю в описании, если захотите купить, покупайте. За такие деньги, я думаю, он очень хороший. Я не знаю, через какие программы можно звук настраивать. Если вы знаете, пишите. А на этом все. Вот такой микрофон мне пришел. Думаю, он прослужит мне долго. Будем надеяться. Но отзывы у него хороший. А на этом все, ребята. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Андрюха. Всем пока и с Новым годом вас еще раз. Удачи всем. Спасибо вам за микрофон.